что за воздушный груз там? Ты хер бы с ним. Сейчас, подожди. Краска. Тебе там что-то пришло, да? Угу. Free Royal Pass, ранг 2. Инвентарь. А, ну краска же. Чё, так же на рандоме? Ну да. Ну, погнали. Чё ты нашёл? Кого? А я не вижу, что у тебя на экране. А ты как это сделал сейчас? Ты через YouTube Gaming зашел? Да. А, не знаю, у меня ничего нет на экране. Нажми на свою аватарочку еще раз. Ты идиот. Я не знаю, это... Ага. Ты прыгаешь там, дебил, на тебе яблоком в жбан. Ну что? Где выпадаем? Когда летим до упора, да? Где угодно, я не знаю, что у нас тут до упора. Ферри-перри. Ферри-перри. Ну, это как нас тоже, ведь зона ж не сойдется там. Нет, конечно. Но, скорее всего, самолет будет лететь без отца постановки. Да, хрен его знает. Ну, ферри-перри. Ну, сейчас он там чуть пораньше. Ну, я, ты ж привязался, не? Привязывайся. Ага. Полетели! Ты записываешь? Да. Хорошо. Я уже и выпрыгиваю. Да? Да. Надо идти к тебе. Нахрена? Чтобы меня было слышно. А, тебя и так слышно, наверное. И чтобы и тебя было слышно. С нами кто-нибудь летит? А, сейчас. Вообще. Да нет. Ну, кстати, нет. Вон все осматривается. Тут-то падаем отвесно вниз. Эбалом в землю. Отлично. Мы туда же приземлились, да? Куда же? Играли в прошлый раз. Нет. Ну почти. Ну, совсем нет. Ну и насрать. Так, тут есть что-нибудь? Томпсон. Я нашел что-то. Дымовая монтировка. Бронежилет нашел. Ты что еще дымовая? Так, под мясо наверх. Господи, два пистолета, ебаная гора патронов. Гранату нашел. Это что? Бабушкин дробовик. Это что? Рюкзак, что-то еще. Кого-то сбили машиной. Не кайф ему. Дымовая граната. Так, возьму голограф. О, а тут что? Калаш. Калаш нужен? Не, я взял М-ку. А, я вот думаю, поменять калаш на Томпсона или оставить Томпсона. Я не помню, что оно такое. Х4 прицел. Бери, конечно.
Это что за звук был? Это... Ты монтировку взял? Да. Понятно. Ладно, возьму. Блин, я в замешательстве. Почему? Мы, кстати, на границе. Ты тыкнул ровно в центр, да? Этой зоны. Я в замешательстве, что мне взять, калаш или Томпсона? Я тыкнул? Да. Я никуда не тыкал. Но вон маркер висит. Да? Да. Слушай, ну калаш попривычнее. И на калаш ставится голограф. А это может не радовать. Ограничение через 3 минуты. Залазь в окно, дурик. Тут у нас. Что, мыши в стенах ебутся? Соседи в стенах. Ебутся? Да. Классно. Срёшь? Лежу. Ну, прицел не ахти какой. Ну, пойдем. Наверху, по-моему, кто-то был вон там на горочке. На 25, на 20. Че, блять? Либо это графиней. 20-25. Наверху на горочке, блять. Я же тебе сказал 20. Ну, меня потом уже. Тиранишь. Либо у меня галлюцинация. Да, либо у тебя галлюцинации, либо графиней. Я бегу вот в туалет. Иди. Мне кажется, у меня паранойя. Мне кажется, что за нами кто-то следит. Оп. Второй броник, серп, быстросъемные магазины. Красная зона. Воу, на улице, дружище, прям вот ровно вот. Вот он. Я такой вышел, здравствуйте. Я чуть не объелся. Да я вот тоже как бы. Так, а он один что ли, без друга? Рандомы. Вон баги стоит. Ага. Тут два варианта. Либо ага. Друг рядом, либо он приехал на... Вон друг. Где? А, вижу. Вырубил. Ну, через траву не вижу, где он там валяется. А, вижу. Молодец. Ай. Вон еще один. Сзади. Причем почти в упор. Убил. И спереди еще один вон бегает. Не вижу. А, вон вижу. На 150. Вырубил. Это я. Блять. Бесишь. Господи, да умри же ты. Патроны. Да заебал, все равно же сдохнешь. Где ты, падла? Ты ползаешь? Да. Так. Я тебя догнал! Пойди. Контрольный в жопу. Заряд дроби. Давай. Я этого облутаю, товарищ. А где мы их тут уронили? Ну, хорошо. А, вот, вижу. О, деревянный хуй. Нос.
Так, а где еще дымочек должен быть? Ползти он собирался, говна кусок. Ну, патроне и на АК. Коряк. И маска коня. А есть прицел на коряк у кого-нибудь? Ну. Ты с пулеметом, что ли? Нет. Что у меня на лице? Ничего. Ну, резервогаз. А у меня? И у тебя? Покажи. Да маска просто. Ну, должна быть маска коня. У меня тоже. Ну ладно. Так, а что по зоне, кстати? А, мы в зоне. Ну ладно. Блин. Есть прицел. Так, где-то тут ладно. Валялся, чувак. Нет? А там у чуваков были прицелы? Вот у того, который дальний, которого я ходил лутать, там был. А дальний это который вот за туалетом? У нас за спиной, да. Там ага, я понял. Мне бы просто на корячок какой-нибудь прицел. А где с него запчасть? А где? Или я уже далеко убежал? Видать, далеко. Ну, вообще не мешало бы. Это аэродроп. Блин. Тоже в баги сел. Только не сбей меня, чувак. На месте. Куда мы едем? Почему мы едем из... А, всё, это я не туда смотрю. В домике. Блин, к нему конец. О, стой, 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 тормози, тормози. Там какой-то лук бежал, я его не тыкал. Назад сдай, просто сдай назад. Еще? Стой. Или я здесь был? А, я здесь был. А чё он туда зеленым горыть? Ну, может. Так. Чё? Да сейчас посмотрим, куда зона поедет. И там уже определимся. Можно пока просто поваляться. Позагорать, мать его. Так. О, поехали. Чё, кто за рулем? Я. Ладно. Я не возчик. Я водитель кобылы. Да? Угу. Извозчик. Никого не видно. По пути. Ну, ну да. Раздавим. Ну, может быть. Что, попробуем в домике запереться? Да, пойдем. Неприятно, конечно, чтобы снизу оказывался. Не сверху. В смысле? А. Под горой. А что, домики забитые, что ли, не полутать? Миша, Ариш. Ты что творишь? Я как
рукожоп. Здесь дробовик есть, ну да. Нахер он мне нужен, у меня коряк есть. Так, есть скар, компенсатор, патроны 5,56. Для пальца еще куча патронов 5,56. Глушитель. Отлично. На пистолет. Не очень. Ой. И еще патроны 5,56. А-а. Компенсатор. Спасибо. Патронов тут 232. Наскар? Нет, другая буха. 262. Отлично. У меня калаш и коряк. И все на 7,62. Ну, сейчас. А, не сейчас. Сейчас 17 секунд до начала смыкания зоны. Ну, поехали на гору. В этом шумном говне. Тихо. Чё, я припарковался? Ну, да. А тут вообще какие-то лесничие зарубки, заставки. В которых... Что это? Компенсатор. Спасибо. А здесь... Рюкзак и дымовая, светошумовая. Никаких прицелов. Увеличитель магазина на пистолет. Охуенно. Так, сзади вроде никого не видать. А вот с другого сзади стреляют. В смысле на N. Там прям война. Пойдем ворвемся. Пойдем посмотрим. Что-то я, кажется, рано лег. А это теперь сзади. А, прям в жопу. Миша, так, все плохо. Убил. Пидорас. Но он, возможно, не один. Так, я смотрю назад. И ползу туда же. Я сейчас попробую его чем-нибудь лутнуть. Так, вроде никого сзади не вижу. Если что, съебусь. О, прицел. Заебись. Аптечка. 12-й калибр, вся хуйня. Где же его друг? Не знаю, может он уже один был. Так, ты еще к этим стреляющимся не выползал? Нет. Это же прям прицел, я же не ошибаюсь. Я не успел. О, это же прям прицел. Сколько? Х4. Заебись. Я не успел. А. О, зона. Где? Ёб твою мать. Пойдем за машиной, чувак. Пойдем. А ее-то мне угнали. Нет, вот она стоит, нахуй никому не нужна. Металл! Так, назад.
патроны, если у меня 762, не было. А если и были, то я, возможно, все собрал. Я ж на них сижу двумя пухами. Эй, это что сейчас было, блядь? Нихуя себе. Какой-то, блядь, невидимый камень. Так, предлагаю объехать этих уёбков. Бля, давай хотя бы поле проедем. И из красной зоны выйдем, пожалуй. Очень странно, я выезжаю из красной зоны, согласись, да? Ну да. По полю, да. Ну да. Я молодец? Ну да. Я подебил? Ну да. Может, попробуем обойти домик? А, домики в красной зоне, да? Ну да. Ну, хер бы с ними. Мастер, блядь, перед... Я опять в красной зоне, да? Ну да. Да, блин. Полили, да? Догоняют. Да хуй бы с ним. Так, мы в зоне. Камни! Камни, план деревья! Сзади прям деревья, добавили. Камни! Ну, отстреливайся, не знаю. О, красный лут. 156 пинга. Нахуя? Да что такое? Да меня залагало, блядь. По черному причем. Так, предлагаю остановиться где-нибудь здесь. Что скажешь? Или повыше залезть? Да давай еще. Вон стреляют прям по нам. Ну ладно. Объезжай их по широкой дуге и сзади заходи. Ну, блядь, не настолько широко. Ну ладно. Может пешком? Давай пешком. Так, я, пожалуй, это лягу, да похилюсь. Так. Ты на пол хп въебался в какой-то невидимый кирпич. Потому что, ну, слишком шумно ездить на баге. Так, ну это не с этих домиков у нас стреляли. Не. А чё по... А, 12 выживших. Прикольно. Одиннадцать. УЗИ, 9 миллиметров, быстросольный магазин, 5,56 патроны. Ежели тебе вдруг надо. Колчан на арбалет, 40... Ну, это 45-е патроны. А это чё? Мотошлем. Окей. Так, стреляли в нас где-то со 105, да? Со 120. Да. Вон машина стоит. Тоже баги. Это, по-моему, не поюзанная баги. Да, а нет, поюзанная. А может и нет, хрен его знает. Угу. Ложись. Люк. Куда они поедут? О, они в те красные домики решили забраться. Че, по зоне? О, мы в зоне. Стреляют спереди. Пойдем ворвемся. На картах или лежа? Да, да, на картах и лежа, а потом сейчас поднимемся и ляжем. Сейчас я пока возьму калаш и... Ложимся и... Yeah.
Я не вижу ровным счетом. Не, ну я вижу домики, как бы. Но не вижу дебилов. Ну, извините. Так, это я. Нет, это я смотрю вот прям туда. Прям вот в домике смотрю. Да насрать, Миш, мы в зоне. Так-то да. А домики, кстати. А! Откуда? Охуеть. Откуда? Ну прям вот откуда-то из домиков. Похилюсь. Вижу на втором этаже. Угу. Вырубил. Тебя как делать? Давай. А тебя поднять? Да. Ну так хули ты молчишь? Со 115 еще стрельба. Так, сейчас. Так, ложись. Аптечка есть? Да, тут со всех сторон стрельба. Ну естественно, народу-то, ёб твою мать. Но я никого не вижу. Подкустовый выползень. Ну вот, теперь я в голове коня. О, отлично. А, шлем разбили. Да. Я все равно никого не вижу. А я вижу. Где? В окне на втором этаже. Сейчас попробую снять. Блядь. Да ты заебал. Создание. Вырубил. Можешь меня по этому взрывать? Сейчас, подожди. 5 сек. Нет, только 5. Нет, да. Они заползли. С 300 выстрелы раздаются. Пидорасы. Где ты там? Так, сзади. Со 145. Да, я смотрю туда. Ты меня поднимай, блядь. Я поднимаю. Ложись! Мена. Так, сейчас попробую еще в это охуенное окно посмотреть. Да не в твою жопу тупую. Ага. Блять, не попал. Где сзади, я Миша? Не вижу, блядь, я не вижу. Ну ты, я не вижу точно так же. Вон, 240. Ты же направление можешь сказать. Где? Вот там что? Нет. А, вот это вот. Ты можешь сказать, что ты лежишь? Да. А что не сказал? Потому что в меня стрелял он со всех сторон, я никак не мог сбежать от него. Так ты скажи, что я лег, меня нокнули там, а какой-нибудь еще хуя. Мне не помог, потому что он стрелял, и мы на простреле были. Сейчас ко мне сзади еще прибегут. Скорее всего. Тебе пунь-пунь.
А, и у меня один патрон, блядь, охуенно. Нет, конечно. А где стреляют вообще? Сзади, да? Ну что ты стоишь, а не присел? Я лежу вообще. Да, значит это, короче, лагануло все. Все в говне. Ну, отлично. Все в говне, Михалыч. Да, все отлично. В говне. Как я люблю. Так, не шурбурши. Ну, ни хрена не слышу, что происходит. Блядь, божественная зона. Ты что там, проголодался? Да, конечно, он в полном обвесе, ну здравствуйте. Ой. Ну ладно. Ну, топ-3. Ну, окей. Всем спасибо. Всем все пока. Всем пока. Все, он еще и с пулеметом в меня разрядил. Ну, спасибо. Ага. Двадцатый. Че, опять куча всякого добра, да? Опять мне дали эту хуйню. Вот уже два у меня этих купона юбилейных ресурсов. Полевой медик один. Помогите товарищам 5 раз. Спасибо. Ну и мне еще одну эту фиолетовую ящину дали. Ну, обменять на что-то. Что-то на что-то обменять. Окей. Что это? Так, инвентарь. Какие-то корабящики. Использовать. А, БП. Окей. What the fuck is... 614 метров. Что? Видяшка? Mm-hmm. А, мне штаны упали. Хрен бы с ними. Откуда?